for sure. I'm looking forward to play against them. And I think we have one day off, and we'll prepare ourselves for this game, and we'll play our best. It always goes back to the Russian fan. Everybody talks about the rivalries continue to exist pretty well between the hockey teams. Well, you know, for me, it's really peaceful to play and win against Canada because it's our rink, our country here, our fans, and I think it's going to be a really, really big battle against each other. Looking forward to it. Thank you. You had an easy game tonight with Victoria Hubbard. Would you have preferred having a tougher game tonight and being sort of more game sharp, or is it better to have two easy games? Well, again, I wouldn't call this game really easy for us, but it's always nice to have a day off, especially before a Canada game, because we have to play really hard against them. So I think it's a good idea to have a day off before Canada. Do you feel like the team has gotten better over the course of the season? Of course, with each game, I think our team better and better, and I hope against Canada we'll be better more. What do you expect from Canada in terms of quality of play? Of course, first of all, it's a physical game and really good goaltender. So we'll see what we're gonna do with them. Thanks. Thank you. А может ли это стать нашим преимуществом, кстати, что мы отдыхаем завтра, а канадцы играют? Это может как пойти нам в плюс и может пойти в минус. То есть как бы надо как бы обсудить это с тренерами, и мы будем смотреть, что у нас будет. Или раскатка завтра, или просто выходной. Так что это не мы будем решать, я думаю, это тренера. Ну, конечно, тренер будет советоваться с нами. А в чем здесь может быть плюс, а в чем минус? Ну, то есть они будут как бы в игровом тонусе, а как бы мы будем после выходного дня. Но опять же таки, как бы, не знаю, как лучше. Я думаю, это тренерский состав примет правильное решение. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы будете по-особенному настраивать на канадцев? Ну как по-особенному, еще раз повторюсь, это принципиальный матч для нас. Вот, и естественно будем настраиваться, как мы настраиваемся перед каждым матчем, как мы настраиваем перед США, перед тем, что это собирается быть очень как бы жесткая, сложная игра. Так что. Скажите, а как вы настраиваетесь? Как я настраиваюсь? Да, конкретно вы. Ну как, захожу в раздевалку, начинаю, перемотал клюшку, растягиваюсь. Потом идем с ребятами в зал, играем в шкурку. Ну, мячик. Может быть, какую-то музыку слушать, какие-то фильмы смотрите. Ну, музыку, что, и как бы у нас в раздевалке, она общая музыка. В основном большинство ребят любит клубную музыку, так что слушаем клубную. То есть это будет настроено канадцы. Ну как, ну какие-то разговоры, ну да что? Какие разговоры, естественно, мы... Как вот тренер вас настраивает, что вот он ну говорит? Как он заходит? Почему именно канадцев надо победить, вот почему? Да, ну как, почему, это у нас во веки веков была битва с ними, это принципиальный матч для нас. Потому что канадцы родоначальники хоккея. Ну и а мы что, не родоначальники? Я думаю, мы не хуже, так что будем бороться. Спасибо, удачи вам. Спасибо большое. Спасибо.